На заседании 16 августа гласные думы постановили положить начало музею из тех экспонатов, которые остались после выставки к приезду цесаревича Николая. Тогда золотопромышленники построили специальный павильон, в котором выставили для будущего государя модели машин и инструментов для горного производства. Из них и составилась первая музейная коллекция. Городской голова Ефимов призвал общество поддержать создание музея, и общество откликнулось. В музей стали поступать экспонаты, некоторые сохранились до наших дней.